Луктан вежено Сыктывкарын заводи тасны джойн тавны утприя кык школа нюлет да дас квайтед. Тайлы шуэртес юрган телеканаллан вишкэд линия дырье коми республика Савеледан да наука министр Наталья Якимова. Паскис колем кык во регионын джойн талама дас нюль стрыба. Кык шырс кыж нюлет кыж вите двоясы программа пырасны утприя юркарса ыкмыс школа. Джойн ташыгэн велы чишесыс примитасна мукад велы чанын яс, уна челядь весна урок яс ковмыс чинтыны. Но коймэц мина некон Озло. Есть такой ступенчатый режим начала работы. То есть какие-то классы могут начинать учиться в 8 или 8.30, далее в 11 или в 12, и еще какие-то классы могут выйти с 2 часов. Но это не 3 смены, это просто разная организация начала учебного дня. Пришлось пожертвовать временем учебным, то есть у нас в разных школах по-разному уроки сократились на 5 или 10 минут. Много мы думали, много раскладывали, как бы организовать расписание учебных занятий. К сожалению, по-другому пока не получается. Ну что, нюль школа шерти подрядчики остыться, аж нен ужавный заводит осны чуч локтан во. Зелем борща кутас ведет на общественный контроль, так ада регионын строительный и выль величанын яс. Сейчас у нас завершается строительство школы, большой школы в Выжминском районе города Сыктывкара. В Выжме идет строительство, до конца года она будет построена, школа. Строится детский сад в Бакуре Ижимского района, в поселке Озерные Печоры. Вот-вот начнется строительство, уже сваи забиваются на территории села Вильгард, большой образовательный комплекс, школы и детский сад. Уже готовится выход из экспертизы школы, это реконструкция путем сноса и строительства на территории Печоры на 650 мест. Это в орбите улица Тентюковская, где тоже уже забор поставлен, и там планируется начало строительства большой школы на 825 мест. Вишкед линия дури Наталья Якимова юкши с юрья саны ухта санюлед микрорайонын школа строитым елыш. Места асымнин ыныкола даштыны ставка мала. Изначально, когда все подготовительные работы проводились на уровне обсуждения, мы понимали по инициативе администрации Ухты, что нужна школа на 600 мест. Сейчас несколько идет пересмотр позиций, но пока документов нет, но сейчас уже коллеги склоняются к тому, что надо сделать начальную школу на 400 мест. Ну, готовят документы, посмотрим. От многого зависит количество мест, которые можно создать в школе, этой территории, и этажности, и все остальное. Турьян министр сутлыс регионын земский учитель программалан тучанон вылен. Кыкшырс кыжет вошан республика авосны нелямын нёль велыдыш. Приезжают очень интересные земские учителя с разным опытом, в том числе есть молодые, перспективные очень, которые вот уже там буквально за 2-3 года работы в нашей республике. Кто-то обзавелся семьей, кто-то уже приобрел жилье, кто-то уже стал заместителем директора школы. То есть программа действительно хорошая. Тавы регионы вичущены на шта вид вилыдыще, скажете, что там земский учитель учта суджалы Владимир Путин ланшиктым черти. А не важен рощаса президент юрты сылыш мой олома пыртасны съезд, кык шурс комунет воач.